Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, заглядываем сюда, и... Терезинозавр, да? А у меня место-то еще до сих пор не созрело, по ходу дела. Сейчас посмотрим. Где я там ставил-то? О-о-о-о, тут еще ждать и ждать. Ладно, пускай тогда сидит пылиться там. Ну а что ему сделать? Пока ничего. Так, а здесь... А здесь, как всегда, тоже все кисло, ребят. Тираннозавр никак не хочет выводиться. Ладно, оставим его пока в покое. И давай посмотрим, что у нас тут за задание. Так, здесь забираем. Использую ускорение, сделку. Баксы на доверие не хочу. Пронзающий укус на монеты. Давай сделаем. Давай сделаем. Дальше у нас тут... Еда на монеты, фигня полная. Так, чудесный лабиринт не хочу. ДНК не хочу. 5000 баксов за 5 карт парк земли. Вы что, совсем что ли? В своем уме вообще? Предлагать такое. Так, потратить еды, собрать 3 мода. Так, давай соберем моды, наверное. Потом потратим еду. Еду-то на кого там, я не знаю, даже потратить-то. На кого-нибудь да надо потратить. Так, слушай, а зачем я... Я не то сделал. Оп. Зато сразу набор паков. Замечательно. Фартануло, да, называется? Сразу выполнили задание. Окей, забираем 2 выполненных задания. Так, потратить хавчик. Я не помню, кого там... Кого-то можно у нас, по-моему, здесь, да? Прокачать. А ну-ка, покажись. Здесь нельзя. Кстати, я получил нового, ребята, динозавра. На рулетке. На золотой рулетке. Жалко, я не могу вам его показать. Хотя, подожди, я же могу его, по-моему, здесь вот показать вам. Так, все существа. По-моему, он травоядный, если я не ошибаюсь. А, я, наверное, не смогу показать до тех пор, пока он не выведется, да, ребят? Скорее всего, так. Ладно. Потом тогда покажу. Так, ну что, давай смотреть, что у нас тут за события. Визит важной персоны, схватка редких. А здесь у нас... Блин, тоже битва редких. Ну что, визит важной персоны, давай смотреть, что у нас здесь. Пахигалозавр, нифига себе. Это с чего вдруг такая, ё-моё. У меня даже еще не все успели, ребята, откатиться. Это что за чудо в перьях, откуда взялось? Вы издеваетесь сейчас, что ли? Нет, я, конечно, попробую. У него атака не такая уж и сильная, если честно. Эриопс, ну Эриопса можно, например, взять... Через топиелозавра и... Ну, это, конечно, что-то уж больно жестко. Так, топиелозавра взял. И можно, в принципе, еще, ну, так, для подстраховки взять Таниколагриуса. Вот так вот. Погнали. Что-то, конечно... Вот он как выглядит. Пахигалозавр. Мощный чувак. Мощный. Ну что, давай начинаем копить очки действий. Он по здоровью, ребят, здоровый. Но по атаке он вообще вот... Вот Эриопс, да. Он допрыгался, Эриопсик этот, по-моему. Мы его сейчас... Конечно, не могу сказать на 100%, что мы его ушатаем. Ну да, не ушатаем. Но, тем не менее, хорошо его сейчас прижучим. Так, половина хп мы у него отняли, грубо говоря. Он сейчас опять пойдет меняться, конечно же. Штрус. Так, если мы сделаем так и вот так. Ой-ой-ой, топиелозавр, по-моему, тебе... Нет, топиелозавр чувствует себя великолепно. Тогда меняемся. И, наверное, прописываем по полной. На тебе. Вырубили мы его.
Ну тут, конечно, Риопсон возьмет. Риопсон взял, конечно. Ты, Николагрюс, выходи. Раз, два, три. Не вырубили, да? Что за непруха-то, я не могу понять. Он же все слил, по-моему. Раз. Раз, два. Проверим. Так, 234. Слушай, по-моему, мы его сейчас запинаем. О, да. Все отлично, ребят. Все у нас получилось. Все у нас получилось, и мы переходим с тобой на следующий поединок. Визит, блин, важные персоны. Так, тираннозавр. Опять же тираннозавр и пеликактиль. То есть здесь нас ставят перед выбором, да? Бери, парень, типа диплотатора. Потрать на них. Я-то потрачу, можешь не волноваться. Плюс возьми птеродактиля. Это тебе на заметку. И возьми, наверное, анхилодока. Это тебе для того, чтобы ты смог завалить пеликактиля. Как-то так. Ну что, давай, посмотрим. 100% будет меняться. Видишь? Атаковать не стал. Ну, если я вот так вот сделаю. И вот так. Опять меняется. Опять, ребята, он меняется. Немножко, конечно, он припаривает меня своими вот этими туда-сюда и лозит, как сковородка. На тебе. Вырубаем. Так, выползает тираннозавр. 4 очка действия. Придется тебе все слить, по ходу дела, парень. Так, ну что, а наш птеродактиль... Двух атак достаточно, да, ему? Раз, два. Раз, два. Вырубай его. Так, выползает пеликактиль. Тут не меньше, чем две атаки ему придется потратить. Ха-ха. А он даже не стал, ребята. Слушай, ну смотри, я его могу... Я его могу сейчас завалить просто сам. Вот и все. Что я буду тут еще думать? Да, птеродактиль вот такой вот мощный. Даже пеликактиль этого завалил. Так, ну что, и последний поединок. Кто у нас тут? Бронемата. О как. А что такое бронемата? Это что-то злое, судя по названию, бронемата. Какого взять против него хищника? У меня хищников-то не осталось. Нет, конечно, если бы у меня были баксы, я бы на откат поставил бы Раджастегу. Но он второго уровня. Так, сколько ты стоишь? Ты, я даже не знаю. Бронемата. Ну, давай попробуй ты, Николагрюс. Что-то мне кажется, что... Дохлый номер. Мне просто кажется, что это дохлый номер, а вдруг не дохлый. Так, начнем. Но он всего второго уровня, не забываем. Опа. Смотри-ка, атакует. Прям в наглый пошел. Раз, два. Берем бонус. Этого мы вырубаем. Так, выползает тираннозавр. Испугался. Испугался, да? Бронемата. Слушай, а мы же можем...
Слушай-ка, дай-ка я, наверное, вот так сделаю. Вот это я понимаю, друзья. Вот это мы разыграли. Бронемату эту к чертовой бабушке отправили. Да и тиранозавра этого сейчас тоже отправим к чертовой бабушке. Все. А я что-то запаниковал, запереживал. А на деле-то... Тьфу. Да, ну я просто помню, что бронемата, вроде как-то его видел, его одного выставляли. Он там жесткий какой-то был. Его именно одного выставляли. Так, 1600 очков доверий. Это же круто. 5890. Так, это что? Это через один день 20 часов. Подожди, а кто там? Нифига там видел, как он разыгрывается, динозавр? Интересный. Так, забрать, все это забрать. Здесь забираем. С хавчиком мы так и не решили. Так, канозуйку-то мы сделаем, это не вопрос. Давай смотреть дальше. Випку. Или что, или событие. Но здесь схватка редких. Давай схватку редких пройдем. Велосираптор, 3 штуки. Интересный такой раскладец у нас получается. Ладно, я возьму капразуха. Еще одного капразуха. И... Блин, у них здоровье так дофига. Ну и возьмем, наверное, тоже велоцираптора, да? У них тут... Нет, я возьму велоцираптора, наверное, здесь. Давай попробуем так. Через велоцираптора. Так, ну что, берем бонусы. Бежать ему некуда, меняться ему некуда, поэтому... И что он делает? Так, 400-600, блин, маловато будет. Раз, раз, два. Посмотрим. Ах ты, жук. Не стал ничего делать, ладно. Раз, два, три, четыре. Ну, пришлось вот так вот, ребята, делать, чтобы просто его вырубить. Велосираптор. Следующий, 160 к атаке. Он опять же ничего не стал делать. Поэтому я рискнул. Тут не пробил, к сожалению. Ладно. Не пробил, так не пробил. У меня еще есть там один. Он-то его, наверное, добьет, я думаю. Или не добьет. Добьет. Так, и еще один велоцираптор, 157 к атаке, 5 очков доверия, ой, доверия, 5 очков действий. 3 на слив. 3 на слив. Блин. Раз, два, раз, два. Упс. Упс, ребята, а это неприятность. Эту неприятность мы не переживем, да? Как в песне пелось. Да. Тут он меня, конечно, обхитрил. Надо было атаковать, но я же не знал, что у него там стоит. Ну, ничего страшного. Придется действовать чуть-чуть по-другому, но... Два анкилодока. Что-то, мне кажется, не пройдем мы это событие. Схватка редких. Ну да, да, блин, не знаю, ребят, даже тратить неохота деньги, 300 тысяч все-таки. А на випке там у нас что? О, на випке вообще замечательно, поехали. Берем, нет. Берем Эндрикотерия. Берем Ариматерия и... Амфициона. Вот так вот. Че, этого с удара выносим, да, получается? На, получи. Так, Ариматерия выходит.
Ну ему тоже тут не вариант драться со мной. Тут как бы меняться тоже особо не выиграешь. Ну что ты это сделал? Поменялся, ну. И все, сейчас тебе 200-200. Проверим на прочность тебя. Не выдержал проверку, все. И опять же рематерий. Да нет, конечно, тут не судьба. Конечно, очень хочет, он пытается, но это бесполезно. Быстрый, эффективный поединок. Ну что, двигаемся дальше. Эндрикотерий, Архиотерий, Синтетоцерас. То есть, получается, мы берем шерстистого и... Пещерник у меня есть? Есть пещерник один? Ну, давай я возьму, наверное, Синтетоцераса и гигантского оленя. Давай так попробуем. Можно было бы, конечно, немножко взять пещерника по Ноктусу, но я не вижу смысла тратить на него. Тут сюда. Архиотерий, я так понимаю, сейчас либо поменяется, но это будет тоже глупо. Ну, как скажешь. Как скажешь. Бадану попробую. Не, все-таки он взял защиту. А ведь мог бы и не взять. Окей. Раз, два, три. До свидания. Ну и Архиотерий ничего нам не сделает. 68 к атаке. Даже на 3 умножить. Ничего. Уничтожить не смог. Ну что, до свидания. Вообще офигенно получилось. И последний поединок. Так, Элсматери, Сумчатый Лев и Мегистокурус. Ну что же. Мамонт. Паноктус. Уртинотериум. Все. Тут разговор будет короткий. Короткий и эффективный. Я сразу начну с атаки, не буду тут мешкать. Я не знаю, возьмет Сумчатого Лева, Льва или Мегистокурса. Кого он там возьмет? Ничего он не взял. Еще раз бьем. Выбиваем его из колеи. А вот и Сумчатый Лев. Тигрица, Левица. Понял. Ну что, родной, давай. Сделай из нее мочалку. Окей. Ну вот и Мегистокурус. Глупо. Это было глупо, парень. Ну все, ребята. Что хотел, я то и сделал. Победили. И забираем с тобой награду. Жалко, конечно, что одно событие никак мне не далось. Ну, не то, что по моей вине. Просто не было вот динозавров. Один бой слили. К сожалению. О, смотри какой. Даже не поймешь, кто он. Кто это такой. Это ящер. Так, нам нужно еще еду потратить. И на арене ПВП сражение. На арене ПВП сражение, да? Блин, суперредки, конечно, не получилось. Ладно, поехали. Что тут возьмем? Раз, два. Выбор, как ты понимаешь, опять же невелик. Будем драться тем, что у нас есть. Начнем вначале здесь, а потом перейдем уже на подводную битву.
Кого здесь нам выдадут? Ну что так долго-то? Саркастодон, энтелодон. Ну, в общем, ребята, не самый лучший вариант у нас тут при боевке. Как ты можешь уже догадаться. Да-да-да, именно поэтому. Если только вот так как-то попробовать. Будешь меняться, наверное, да? Конечно, будет мне йог, макарек, энтелодон, нифига. Понял? Вот так вот он мне тут устроил. Не, ну тут понятно, ребят, тут проигрываем. Тут тупо глупо проигрываем, потому что против ледяных у меня нету никого. Так что как бы это не вариант. По нему у меня будет... Ну, у меня классовая слабость против ледяных. Против снежных. Так что тут можно даже уже смело сдаваться. Даже не сдаваться, меня просто размочат здесь. Ну, все, все, сдулся. Сдулся Гасторнис. Что я могу сделать? Ничего. Так, ну что, один поединок сделали. Теперь давай сюда переходить. Берем, короче, Тилозавра, Рамлиозавра и Кранозавра. Зачем мне Кранозавр? Лучше взять Зухонуса. Посмотрим, что нам здесь уготовят. Ну давай, 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 давай. Что-нибудь такое нормальное. Так, Лехистодон, Плезиозавр или Лептостега. Ну, здесь у нас классовое преимущество. Надолго ли только? Он будет меняться. Хотя, кто его знает, будет ли он меняться. Будет. Упс. Офигеть, 905 к атаке. Ну, я не знаю, тут что-то тоже пахнет керосином. Дело-то. Меняется. Плезиозавра взял. Ну-ка, давай так сделаем, посмотрим. Меняется. Да ё-моё, ну... Ну тут-то понятно, тут нам кран... А, нет, выживем. Раз, два, три. Раз... Раз. Ты хочешь сказать, что ты все очки действия передал сюда? Да, сейчас нас ушатают. Да. Ну, я взял не самых сильных своих динозавров в этот поединок, так что, ребят, можно все понять. Раз, два, три. Раз, два. Ну и этот нас хмыреныш уничтожит, скорее всего. У нас еще и слабость классовая, по-моему, да? О, да. О, да. Он пятеру вмажет и все. Тут даже если бы я все в защиту влил бы, он бы все равно пробил бы. Вот в чем суть. Окей. Тут просто карта не легла, как надо.
А теперь давай посмотрим, как должно было быть все. Как бы вот вообще бой бы развернулся, вот взяв мы вот с тобой таких вот сразу сильных. К чему это приведет? Сейчас посмотрим. Вот как раз вот и Лептостега, и Плезиозавры, они тоже прокачанные, как я смотрю. Сейчас будем смотреть, что у нас получится по итогу. Ну что, Лептостега, давай там думай, чем соображай. Артакон гигантский ждет. Меняет. Так, он взял Геникоприон. Геникоприон это у нас... Слушай-ка, но... Ха-ха. Ну да. Тут такая пташка тоже, блин, врежет, мало не покажется, друзья. Меняется. Ёк-мока, 1700... Фига себе. Да. Ну что, валим этого сосунка тогда получается. Так, Плезавр. Ну, Плезавр вообще для нас как бы сосунок здесь. 153 к атаке. Конечно, он будет меняться. И вот здесь уже, да, ребят. Если он сейчас две атаки сделает, нам крышка. Трэш какой-то. Да я и здесь, походу, сфейлился. Прикинь? Чё-то я не подрасчитал маленечко. Ну ладно, свалился так свалился. Я ничего здесь все равно сделать не могу. Все, черепашонок мой пошел ко дну. Ну что, забираем награду свою ежедневную. И в принципе можно сворачивать удочки, потому что здесь уже ничего мне не сделать. Не сыграть, не отыграть. Динозавры закончились. Так, хавчик только вот нужно еще потратить где-то. Вот вопрос, где? Здесь, может быть? Во, точно. Точно, точно, точно. И не хватило. Так, давай еще посмотрим. Гасторнис. Так. Есть, да? Как-то так. И забираем наши награды. ДНК. Так, $40 и еда. Так, игрушка вылетела. Ну, 260 очков доверий получили мы. В принципе, и все. Вот, ребята, вот здесь вот. А, вот здесь вот, по-моему, рулетку я крутил. Когда вот сундучок этот набрался и получил динозаврика там. Показать не могу, потому что надо его выводить вначале. Ну что, друзья, на этом буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.